Христос Воскрес! Я вітаю усіх наших глядачів на телеканалі Рудана Бесіди про вічне». І я хочу запросити усіх вас до нашої альтанки, де вже всіх чекає протирей Олександр Горовенко, з яким ми започатковуємо нову рубрику Літературні читання. Ви сьогодні вибрали тему дуже, ну, таку, напевне, для нашої передачі незвичайну. Бо це літературний твір. Чому ви зупинилися саме на цьому романі, на романі Достоєвського Пріступлення і Наказання? Ну, в це територі. Час... Время от Воскресения до Пятидесятницы принято говорить о Воскресении не только Бога, но и о Воскресении человека вообще как человека. И о восстании из мертвых. И преступление и наказание это один из таких, одно из таких сочинений Достоевского, которое показывает нам смерть человека его мысль о жизни и о том, как происходит его воскрешение. Не воскресение, как личное действие, а воскрешение человека Богом в лице именно Родиона Раскольникова, который сначала, ну, можно о нем сказать слова из притчи «Был мертв и ожил, потерялся и был найден». Момент восстания человека, у Достоевского есть у многих произведениях его, но именно преступление наказания он так акцентирует именно на том, что Родион не только совершает тяжелейший грех, но и показывает его покаяние и, естественно, перемену человека, когда он поднимается от худшего к лучшему. Ну, вот еще, если брать тот период, когда От худшего, да? коли радіон знаходиться в цьому худшому стані, то, напевно, можна ще й порівняти його стан із тим, що говорять святі отці, про те, як гріх входить в душу людину. Тому що Достоєвський, в принципі, описує усі оці сходинки, да? як він спочатку ця думка в нього зародилася, коли він почув там, цю думку зі сторони від людей, які про це розмовляли, що от, можливо піти і вбити цю старушку. От, і як він доходить до буквально хворобливого такого стану, коли він вже і не може не здійснити цього, бо настільки зло охопило його серце. Так. Да, Якщо читати начало романа внимательно, то можна увідіти в ньому всі, як как бы, там, п'ять ступеней від помисла до страсті. От всі ці п'ять ступеней можна увійти, коли Раскольников услышал разговор офицеров сначала в питейном заведении о том, что вот можно таким образом раздобыть деньги. Потом он, он это как бы не принял. Он сказал: нет, это же убийство, это как так. Потом начал над этим размышлять. Произошло то, что мысль вражью Раскольников принял за свою, и он начал над ней размышлять, а действительно ведь Проценщица старуха, никому не нужная, от нее толку никакого, кроме того, что она выжимает с других деньги, дает им деньги под проценты, то есть совершает грех. И разворачивая эту тему, он доходит до того, что в принципе можно было бы это и совершить, поскольку она делает зло. И Почему бы другим злом не остановить, не пресечь это зло и попутно себе что-то не поиметь с этого? Особенно, если ты <клес> имеешь благу цель, порятунок, по сути, целого людства. Сколько, как он говорит, сколько можно добрых дел сделать на эти деньги, которые там я возьму у старухи. Да, совершенно верно. Открытое зло мало кто из нас может делать. Вот, открытую злую мысль мало кто из нас может делать принять и ее реализовать для человека чтобы ему согрешить чтобы ему переступить через совесть она есть у каждого веришь ты в бога не веришь знаешь о нем не знаешь думаешь не думаешь голос совести есть всегда и чтобы принять мысль дьявольскую и ее исполнить необходимо эту мысль оправдать то есть слова, которые говорят, что благими намерениями дорога в ад стелется, они стопроцентно подтверждаются в нашей жизни. Один из святых говорил, что направление в ад и рай в начале пути они отличаются на один градус. То есть mm -hmm. вначале это незаметно. Она, на протяжении дороги она, дорога разделяется. Видно, что одна ведет в одну сторону, другая совершенно в другую. И вот этот э, путь, он начинается с того, что человек оправдывает грех. Я хотел добра. Я желал воспитать своих детей. Я для своих детей ничего не жалела. Mm -hmm. Я все тянул в дом. Эти все слова, э, они произносятся после того, как человек увидел плоды своего греха. То есть не воспитал детей, развалил семью, спился, потерял работу. То есть в начале всего этого стоит оправдание греховной мысли и принятие ее как нечто хорошее. То есть то, что мы видим в романе Достоевского. Но, но тут еще <гум> есть другой момент. Тут еще он не просто оправдал, он еще... І себе якби возвеличує над нею, що та старушка, вона вош, да? як він говорить, а я чи я право маю? І отут от теж, мені здається, трохи із Пушкіним перекликається, да, з Євгеном Анігіним, де є оці слова: ми всі глядімо в Наполіони, да? двоногих тварі мільйони. Тобто тут Раскольников теж про це говорить і про це говорить і та стаття, яку він написав, де він розглядає, що от є такі, як ніби кілька шарів у суспільстві, одні, які не мають права чинити які. Якісь великі діла, а інші, які мають право і можуть переступити через щось, щоб зробити добре. Ми, власне, бачимо це і в революціях, які відбулися там у 2017 році, так, коли теж виправдовувалися е, тисячні, мільйонні жертви людей, тим, що побудується якесь гарне царство, е, потім справедливе. От так само і Раскольніков теж говорить про те, що буде справедливість. Да, Мисль о равенстві, вона глибоко дьявольська. Равенство в природе не существует. Бог равенство не создавал. И равенство между людьми также быть не может. О каком может быть равенстве идти речь между бабушкой и внуком? Между академиком и футболистом? То есть это разные люди в принципе. И уравнять их и поставить в одну на одну планку невозможно в плане социальном, кто из них богаче, кто беднее. В плане том же социальном, какая у кого семья, и сколько этих семей было. Одна, две, три. Сколько разводов, mm -hmm. сколько случайных связей. В плане ума, кто на что способен. Ведь мы одного ожидаем от академика наук и совершенно другого ожидаем от художника. Мы не можем от художника требовать то, чего мы желаем видеть от человека, трудящегося в, на научной ниве. То есть это вообще э, разные вещи. И равенство не может быть. Это одна из ошибок прошлых веков. Это одна из ошибок, которые мы повторяем и сейчас. Это те грабли, на которые человечество наступает всегда. Древние философы, которые очень много размышляли над тем, что такое общество, как оно должно жить, скажем, конфуцианство или Аристотель, они говорили о том, что общество должно быть четко поделено на классы. В конфуцианстве это разделялись люди, которые способны работать физически, люди, которые способны работать умственно. Это разные люди. В государстве Аристотеля, в его вот этом сочинении длинном, объемном, там вообще большая градация, сколько должно быть видов населения, как они между собой отличаются. Ведь невозможно уравнять алкоголика, человека, который страдает алкоголизмом запойным, и примерного семьянина-христианина. Это разные люди, в принципе. И Раскольников, Достоевский, вот, в, в, под лицом Раскольникова он обличает болезнь 19 века. Свобода, равенство и братство без границ. Э -э, революцию французскую, которую лозунги, которые перенимали в те времена все так называемые просвещенные. Ведь Раскольников это студент. Он как бы интеллигенции принадлежит и Достоевский, показывая заблуждение Раскольникова, не не в том, что когда он написал эту статью, а в дальнейшем он показывает, чем закончится вот это уравнение всех или возвышение одних над другими, и он доводит до абсурда эту ситуацию и показывает, ну смотри, чем это заканчивается. Это заканчивается убийством. Более того, когда человек соглашается на убийство виновного, ну в данном случае процентщицы, mm -hmm. в этом неминуемо пострадает невиновный. Like Лиз Лизавета. Лизавета пришла. Mm -hmm. вот там, где человек оправдал убийство виноватого, там всегда пострадает невиновный человек. Когда начинается война, страдают... Не те, кто начинают войну, а солдаты и мирное население. А те, кто ее начал из каких-то амбиций, mm -hmm. на тех пули не, не летят и вокруг них не свистят. И они от пуля этих не будут этими пулями сраженные. То есть если ты оправдал свой грех и считаешь себя вправе кого-то наказать, то неминуемо пострадает кто-то невинный. Ну, оце невинна Єлизавета. Вона, мабуть, це перший образ, який вражає Раскольнікова, коли він ще вбиває її в сам цей момент. І роздумує mm -hmm. над тим, що не тільки над тим, навіщо ж ти прийшла, а й над тим, чому в тебе очі такі, чому в тебе такі смиренні, кроткі, добрі очі навіть в цей момент, коли я тебе по суті вбиваю. Там буде далі повернення к Лізавіті в беседі між Соні і Роскольніковим. И Соня, ну если перевести в наш ракурс, блудница, которая mm -hmm. платит деньги, профессиональная блудница за деньги, то есть грешница. Но делающая это из побуждений, чтобы спасти жизнь Катерине Ивановне, полусумасшедшей и детям. Заради своей родины. Да, то есть идеи вот это то, чем она занимается, оно было глубоко э, не свойственно Она шла на это не как, для, не как на удовольствие, а как на казнь, на пытку. И даже не зарады себя, а зарады да, близких. При том понимая, что это не для себя, а для них. Как mm -hmm. же они? И вот в беседе с Раскольниковым она говорит о Лизавете э, такие слова евангельские. Говорит, она Бога узрит. То есть... Mm -hmm. Вот это смирение и коротость, блаженный короткий, якутия Бога узрит. Вот. Это смирение дальше Достоевский подчеркивает словами Сони, что не зря она была убита, как нам кажется часто, что вот страдают невиновные, она умерла, ни за что, погибла просто так из-за глупости Раскольникова, из-за того, что он хотел кого-то виновного наказать, погиб невиновный. Но, тем не менее, мы видим сразу слова, которые показывают, что она вознаграждена за то, что она была убита. Она увидит Бога, будет с Богом. Эта же беседа, в которой Соня сказала, что Лизавета узрит Бога, она очень такая собирательная, она концентрирует внимание. В принципе, с этой беседы начинается воскресенье Раскольникова, когда он к ней пришел и На тій беседі вона буде йому читати священне писання. Взагалі дуже цікавий момент, тому що по суті розкольніков вибирає Соню собі як ну повірену і своєї таємниці. Вона перша дізнається про те, що він саме він вбив і старуху приценщицю, і Лізавету, І він її вибирає саме через її стан, саме через те, що вона є блудницею, саме через те, що вона, як говорить, розкольників змогла переступити. Через оту грань, яку не можна переступати, але він не розуміє, заради чого вона це зробила. І тут його власне така помилка. Але через це, напевне, ну я не знаю, можливо, Достоєвський показує нам тут -ту трошки образ, можливо, того розбійника благорозумного. Не знаю, як ви думаєте. Ну, якщо взять. Якщо обох їх, я маю на увазі да. обох їх. то там в конце, после того, как она прочитала ему Евангелие, там такие слова Достоевский сказал, что «странным образом собрались в комнате блудница и убийца за чтением священного Писания». Да, то и есть, и есть он показывает вот два скрасине, разбойника. Да? Да, они, несмотря на все ее благие цели, она блудница. Это mm -hmm. надо понимать. Надо понимать, что он убийца. И они оба это понимают, несмотря что раскольников всяческими там логическими схемами пытается оправдать свое убийство, что я был прав, я mm -hmm. сделал то, что должен был сделать, И несмотря на те же логические схемы, которыми Соня пыталась оправдать в начале своего блуда, свой блуд, они дошли до того, что я блудница, а тот сказал, я убийца. То есть вот два разбойника, которые, две души, которые воплощают того благоразумного разбойника. Это вообще, в общем, вся душа человеческая, которая стремится к блуду и которая стремится к уничтожению неугодного человека мне, чтобы этот человек исчез. И Достоевский показывает, что их может объединить Христос, евангельский. Христос Бог, который может их воскресить, их души, и сделать перемену в их жизни. Чому саме Воскресіння Лазаря? Адже ми знаємо, що Христос, ну чому не Воскресіння Христове, я можу зрозуміти, да? але ми знаємо, що Христос також воскрешав і сина Наїмської вдови, і дочку Іаїра. Але тут саме наголос іде на Воскресінні Лазаря, і Він не одного неоднократний, тому що Роскольникова ще запитує е, слідчий Порфирій, чи вірує він в Воскресіння Лазаря. А потім вже якби продовжується ця ця ситуація саме читанням Євангелія Сонячки. 19 век это век, когда человечество поверило в науку, что вот наука нам все откроет, наука все покажет. И это век, когда человечество решило посмотреть на книги Нового Завета под критическим углом. А давайте предположим, что сын наивнской Давы, не помер, в... да? у него был литургический сон. Все. А давайте предположим, что что-то подобное было э, у дочери Иаира. А давайте предположим, что прокаженный очистился благодаря какой-то тайной мази, которую mm -hmm. имел при себе Христос, который он его очистил. И приводили там и тайные знания там и что Иисус Христос это житель с иных планет, там, что Он обладает каким-то тайным mm -hmm. знанием в плане магии, там, прочее, прочее. Вот XIX век это век, который подверг сомнениям все чудеса Христа. Тому, напевно, так важливо Евангелие, самое да, Именно о Лазаре, потому что четыре дня, дня гору, да. в гробу пролежал. Не скажешь, что он был уже в временно, да, временно, да. Временно там mm -hmm. как-то. По неграмотности населения приняли живого за мертвого и его похоронили. Тут уже было видно, что действительно умер, действительно тлени его коснулось, запах уже был, уже тело Лазаря разлагалось. И вот это воскресение, оно перечеркивало все, что если действительно Христос воскрешает Лазаря, то он действительно Христос, если этот человек воскресил того, кто уже разлагается, то это действительно чудо, и под него невозможно подкопаться. Вот в, в то время еще как бы не хватало дерзости той, которая провозгласила, что Христа не существовало, до mm -hmm. этого они еще не, не доросли, что там провозглашали в начале 20 века. Но вот сказать, что Христа не было, они не могли. Но вот если Христос был, и все, что о нем написано, принимать за достоверные факты, которые подтверждаются не только Священным Писанием и Писанием людей, заинтересованных в христианстве. Оно подтверждается письмами там, Плиния Младшего, Грека Гармизия, врача там, Понтийского Пилата, то есть людьми светскими, которые смотрели на иудеев, и на христианскую веру как на иудейскую секту, mm -hmm. если принять в, во внимание там иосифа флавия, там иудейские древности, прочее-прочее, то есть Христос был, вот такое событие описано. Если это все действительно, то это Бог. Если mm -hmm. это Бог, значит для Бога нет ничего невозможного. Он может воскресить и меня. В плане что я убийца. Я на краю, я в аду. И кроме Бога меня никто из этого ада вывести не может. Как мы знаем, что после воскресения Христос спускается в ад, в самый э, центр царства дьявола, разрушает это царство и выводит всех оттуда, кто желает принять проповедь о воскресении, принять весть о том, что Бог стал человеком его убили люди и он воскрес и всех может воскресить поэтому я думаю с этих позиций взято Евангелие именно которое повествует нам о чуде которое мог совершить только Бог о чуде которое невозможно было какими либо научными мнениями обыграть там, не заметили не увидели там по простоте по недостатку медицинского образования тут ясное чудо, умер, разлагается. И Лазаре гряди вон, выходи из гроба. И вышел, умер, умерший, как говорится, в славянском переводе и изыде умерый. И поэтому вот с этих позиций Раскольникову очень важно услышать еще раз то, что он слышал когда-то и то, что может воскресить его душу. Ведь с этого момента начинается в Раскольникове перемена. Он не сразу сказал, да, я убийца, я, там, я совершил злодеяние величайшее, но священное писание, прочитанное Соней, это было зерно, которое было посеяно в Раскольникова, mm -hmm. и оно потом дало свой плод. Он осознал свой грех не сразу, потом, в нем раскаялся, понес наказание и уже жил как воскрешенный Лазарь. Ведь мы знаем, что Лазарь был одним до своей смерти, первой. И с преданием мы знаем, что жизнь Лазаря очень сильно изменилась после того, как он увидел загробную жизнь. Ну, там говорят в предании, что он никогда не смеялся. Mm -hmm. ну скажем это не говорит о том что он не улыбался mm -hmm. улыбаться например ну невозможно не улыбаться смотря на детей а так само говорят и про Христа что да. он никогда не смеялся правда да вот и о Лазаре, который увидел ад увидел что ждет меня если я не изменюсь если мне Христос безразличен и его проповедь безразлична то он Сразу после своего воскресения он очень сильно изменился. Точно это же происходит и с Раскольниковым, и с Соней, которую он взял за собой, поехала она с ним вместе ссылку. И произошла перемена у обоих разбойников, и у блудницы, и у убийцы. И зерном, которое послужило для того, чтобы выросло вот это дерево перемен, послужило священное писание. Как говорит апостол Павел, вера от слышания. Услышал раскольника от Сони Евангельское чтение, и оно явилось нему с зачатком веры, которая позже выросла. Он не пошел на следующий день признаваться, что я убийца. Нет, он еще были размышления, еще, а знает Порфирий или не знает, а ему рассказали или не рассказали. Были еще и сомнения, но это было начало его длинного пути. Покаяння тут ще такий мені здається показовий дуже момент саме той, що Соня, блудниця, так само, як Єлізавета, є носіями того християнського духу. Не священики, з якими стикається Раскольніков, а саме, от, ну здавалось би, ну найбільша грішниця Соня. От, і Мені здається, це теж показовий такий момент, бо і зараз ми можемо чути, коли християнам говорять: от подивіться на себе, які ви є. І от у зв'язку з Сонею я чомусь зараз згадала такий момент, таке чудо, яке трапилося ну, власне, на початку ХХ століття у Франції. Чудо, яке трапилося із людиною, яку знає увесь світ, цей дід П'яв, яка дівчинкою маленькою виховувалася у будинку розпусти. І відомо, що вона була сліпою, і вона отримала зір по молитвах оцих жінок. З цього будинку розпусти. От. Її там називали Горобчиком, а потім весь світ її називав Горобчиком Парижу. Це відомий факт, який трапився вже ось у наші дні. Священне Писання а через нього Христос говорить мнімим праведникам, які все виконували, що блудники і митарі. предваряют, то, то, то есть идут впереди вас в царство небесное. Только там одно слово было добавлено: кающиеся, плодники mm -hmm. и мытари идут впереди царствие Божие вас тех, которые исполняете все. То есть начало воскресения оно доступно любому человеку, кто бы как бы низко не упал, да, как mm -hmm. бы низко не упал человек, как говорил один из святых отцов, что не думай камешками своих грехов забросать море божественной любви. То есть сколько бы человек ни грешил, как бы он ни предавал Христа, пока в его сердце есть движение, когда сердце еще стучит, ты дышишь, ты можешь каяться, ты можешь измениться с последним вздохом твоей жизни. Вот Почему я взял именно преступление наказания? Казалось бы, все Раскольников крест. Он mm -hmm. дальше своей жизни не видел. В принципе, как он и не видел жизни Сони. Он в этой же беседе, говоря с ней, он размышляет, что для Сони три дороги: это канава, как он сам сказал, то есть самоубийство. Да. Mm -hmm. Второе это седьмая верста на седьмом, седьмом километре, седьмой версте от Петербурга находился дом для умалишенных. Mm -hmm. И разврат. То есть это путь всего человечества без Бога. Либо самоубийство, чем заканчивали многие люди, либо потеря ума полностью, mm -hmm. чем также заканчивается жизнь очень многих. То есть конца жизни человек теряет ум полностью. И особенно эта проблема серьезная для кривого рога. Как в других городах так серьезно этот вопрос не стоит. У нас очень серьезно вот с этим вопросом. И третье это разврат. Тот путь по которому идет все остальное человечество. То есть кто не закончил жизнь самоубийством и не сошел с ума, тот развратник. Это три дороги они выходят с одного источника безбожья. То есть, если mm -hmm. я без Бога, у меня нет иных альтернатив, только вот эти три. Если это Достоевский сказал, не я, хотите спорить, спорьте с ним. И если человек двигается иной дорогой, чем эти три, значит, Бог в его жизни существует. Mm -hmm. Знает он об этом, не знает, чувствует, не чувствует, Бог рядом с ним. Хотя Бог рядом и с теми, кто на дороге Поскольку. к самоубийству, угу. на дороге к сумасшествию, угу. на дороге к разврату. И там он, как мы вот читаем дальше, что убийца и блудница покаялись. То есть они были на дороге к концу, к гибели. И Раскольников, а в его лице Достоевский всем говорит, что если ты без Бога, то иных дорог нет. Вот, в лице Сони, он показывает все человечество. Ты либо с ума сойдешь, либо закончишь жизнь самоубийством. Это может быть медленное самоубийство. Там, курение, нездоровый образ жизни, прочее, прочее. Либо ты будешь развратником. То, в чем погрязли мы все. Вот, без исключения. Белые, пушистые, христиане, не христиане. Все мы блудники. Вот, этим надо согласиться. Кто не телом, тот умом и с маленького возраста, там, с 15 лет и до старости это продолжается. И вот это путь каждого, если он не найдет веру. А веру можно обрести от слышания. Раскольников услышал Евангелие, и это явилось для него зерном, началом покаяния. Поэтому хотел бы вот подытожить наш весь разговор кратким призывом. Читайте священное писание, читайте классическую литературу. Ангел-хранитель.